Эмпайр есть, да? Кого там с рейда убрали? В Раск, вся. Ну, кто уходит, они сказали, что уходит. Без голосования нет. Кто-то ладно на замену? Нет. Все, меня. Ага. Я вам трэш немного помог. Улетаю. Намекаться тебе ласт надо, нет? Что-то он офкашит. Антонидас может на этом. Я сейчас пока на клине. Могу вернуться с РБК, если надо. А по приору ты заберешь, что там у тебя с ласта надо? Трэш у нас вся, может не входить. Время трэша не могу сломать. Тут бой. Чего раньше так не сбивали вехарь? Блять, я не знаю. Может мозгов не хватало у людей. Я вообще это первый, наверное, стал убивать. Вот такой недовольный. Я просто проверил один раз, смотрю, сбивает. Либо макнул. Резни тебя, а то манны нет. Кто еще далеко не убежал, тыкните на суммарно. Фисяо. А вы их разводить не будете? А Дарки зайдет? Да хоть не очко, только разведите. Даркис, ты зайдешь? Да, захожу. Почти развели, сейчас добьем еще одного. Разведем лохов этих, да? А маршала я уже не собью, блядь, милик, имейте в виду, блядь. Хули. Уже, блядь, вон подох один. И меня танчу. Там уже ушли в небесную сотню, блядь. Хорош. Записать этот афоризм. Можешь, когда хочешь, ёбан. Будь моя воля, я бы ИП за шутки начислял. Сука, никто не оценил, что ли, шутки, блядь? Может, мне воронку втихаря кинуть просто в трейд и все. Тоже охренная шутка, блядь.
А вот и она. Значит, все, кто там воронки сроил, сейчас просто берете и мы воруем их троих закидываете. КД. Хорош. Следующий звонок. Можете бить маршала откид. Своди. Хеллфейн правые два. Кват левые два. Где Кирс? Кирс, ты тут? Надо это дамажить. Кирс, ставьте шкаф. Ешьте ману, пейте пул. Коня косарь, что тут? Угу. За место МП5 кинь кулак в хант. У нас 2 паладина. Шо, меня кто-то звал? Войт, япончик, у вас воронок не осталось, да? У меня нету. У Хеллфейна нету. Чего, япончик? У меня нету больше никакой, я одну только положил. В банк сразу, да? Все, окей. О, ты много ему срезал, очень много. Вернее, обратно 900. Я с него 600 снял, потому что, я как понимаю, он был на Аларе. Да. Ага. Да, Алар был, а потом локом. Хорош. Чек на пул. Кулак, дай кулака. Дайте кулак быстрее, там. Чипсы и Айзик, вы тут? Поваром кулак. Айзик только остался. Айзику кулак. ДК варом кулак. Отлично. На, это враска просто уж. Все, иду запускаю. Короче, там добавайте, если что, блядь. Разбуйником кулак. Да, Кинари вот нас. Спасибо. Кому еще? Добав, дайте, пожалуйста, проезд. Все дадут вам еще до запуска 20 секунд. Утро включи. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Надолго.
можете потягаться с моим главным инженером Телониусом. Анара Лателора! Сразу и нравим. Кто сдал БР? Чтоб знать. Шторм. Шторм, да. Установите по мне баф, пожалуйста. Казочка, МВ5. Маг баф. С лестницы ушли все. Оружие станется, контролится, уфиряется. Маг, дай, пожалуйста, баф свой. Спасибо. Нельзя такое оружие просто так выбить. Я бы с таким посохом постоянно бегал. Тут с оранжевым топором возле локовских порталов лежит под его первого бега. А зачем мне ищет Будапешт? Да, я случайно подобрал. Ну, он пропадет после боя. Не, у меня такой посох уже есть. Тут я другой легендарный уже хочу. Да, я с таким щитом тоже бегал. Блок щита, показатель, блокирование. Бабу Халфейн. Ты можешь побить, не подохнешь. Лучше этого топора лестничка. Бомба. Я контроль на следующей фазе плану лучше. Дорогие милики, а что вы делаете сейчас возле инженера? Мне непонятно, когда все остальные бьют другого. Допускай. Стоять рядом с бабой, которая может кинуть миликов в воспламенение, не просить. Последнего добивай. Баба мертва.
пещеру. Тоже внимательно помогает тебе, но если можно не увидеть. Мелики могут не увидеть. И контроль. Лужи отошли к горизонту. Контроль 5 секунд. Контроль. Сейчас Феникс выйдет, ловите. Как только люди с контроля выйдут, будем Феникса. Дайте ДЦ имя. Хорош, хватит пока что. 5 секунд контроль и Феникс. По котенку стан фир, чтобы не кастовало. Не уешьте под боссом, там хулипал. Видите, хулибала будет очень печально. Вот так. Нарси, Ареса. Пока свечимся Феникса все. Купер, да. Исполдайте. Нарси, хулибала. А, нет, исполдайте. Великий этаж. Педжа, упал. Лицо бьем. Бафы дайте по паладинам и шаманам. Не вижу каски на хилах. Лучше. Внимательнее посмотри. Тихо, ребята. Контроль. Контроль. ДЦ в контроль. Контроль при своих. Че контроль? Иду палкой хуярить. Сценарий потом здесь палишь с меня. Переводим босса, потом Феникса бьем. Да. Перевели на 50. Проносишь. Стал. Повернулись Феникса. Феникса. Великие отошли. Это Байер, да? Да. Валяется. Яйцо зерби. На взлетках друиды дубовую кожу и рейндж. Посмотрите сразу же. В центре места хилам, просто напоминаю. Рейндж 12 метров. Не обязательно так высоко подлетать. Захильте их быстрее. Вниз потихонечку спускайтесь. 2 секунды. Шторм Свингер, у тебя сейчас откатится БР, погини, котенок.
Хорошо. Через две секунды. Под Мелизону смотрите, хорошо, там не видно. Юбка большая у нас. Поднял. Хорошо. Забавляйте дроида. Лужа, лужа, РБД. Скоро Феникс. Где Феникс? Забывается ДБМ на Феникс. Вот он, Феникс. Сейчас звёздка будет. Посмотрим, что будет, если перевернуть ваш мир вверх дном. Опять высоко сидите. Не спускайтесь. Холипаладин, что неясно из слов, спускайся вниз. Лужа Милики. Понятно. Рисую Холипала. Вставай. Вставай, Куба. Вы уже через 4 секунды. Чё глупо-то? Красава. Чё-то не сбил никто. Добивай. Ну я типа первого сбил, а дальше КД. Япончик там меня прямо перед падением ударила молния и 6к от падения мне дали. Мага лутера даю. Понятно. Это хотел сказать, впервые за долгое время трупами не закидали. Ну там реально сложно эту лужу увидеть под боссом. На свиток нажимайте всему инспек. У нас до конца еще этих пух остается 4 минуты с небольшим. Хорошо. Так, Кават и Коника. Кидайте ролл. Отдаваем. В этой шее... С меркой сюда же надо? Да, с меркой сюда. А, окей. Ну и чё, никому не надо, что ли? Серьёзно? Ну давай я возьму эту сову, в принципе. У тебя же сова тут мейн, да? Ну да. А где её сдавать? Шатрат в центре. Понял, спасибо. Маги, поставьте, пожалуйста, порт, что-то раз, если не сложно. Спасибо. А не надо, вообще не надо, блин, что-то я тупанул. Вага, не надо вообще, она ей передать. Просто отдай кому-то.
А начисляй 500 за Кельтаса. Кто и кроме Враски был кикнут с рейда? Кто уходил там? Классная уходила, еще кто-то. Классная Враска. Классная Враска, Руси не фисял. Все вроде. А что, все начислили, можно доливать? Нет. Нет. Сейчас Лан сам начислил. Все, можете ливать. Вага, что вечером будет сегодня? Робот ХМ. На охоту желающие. Вот, ты сыграешь, да? Ага. Ребята, кто сейчас на РТ на роботе был и у кого есть скада? Если не трудно, посмотрите, пожалуйста, ну вот эти подробности, скиллы, сколько надамажили. Линканите Hellfane в личку, если не трудно, мои скиллы. Кому воронки там надо, вару плюс в личку. Вага, ты охоту идешь? Привет. Сейчас раздам. Так, Антонидус пошел десятку и коню закрывать. Я могу шаманом куться. Хотя, в принципе... И в это, как его, Грулмаритус у меня обычка. Если персы есть, мне надо на 4 инста, 25-ки я иду. Мне на вара надо, чтобы охоту доступ открыть, а только иконе осталось принести там. И все. Вот вар-то он, ДД и танк он у меня. Любой персонаж абсолютно. А кто может сделать мглистый алмаз? У кого есть это? Как типа? Я могу, Йотун. Тебе из регов камень или этот, на крит? Я просто мглистый алмаз. Алхимики делают его. У меня алхимик есть, я говорю, подойди к банку Агримара, какой у тебя ник? У тебя мастер трансмутации или нет? Да, у меня мастер трансмутации. Мутируй. Чё, Войд, Войд, можешь посмотреть по видосу? Точно вот из рейда, кроме Враски и Классной, никто не выходил, да? Какой ник, кому мглистый алмаз надо сделать?